Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Как там с контрнаступлением, то он бы вам сказал, что они уже все отбили просто на корню. Они уже все и всех... Во-первых, можно совершенно точно... Уничтожили. ...констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов в войсках. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Почему-то микрофона ему не дали, не знаю почему, то ли они думали, что дедушка будет говорить, то ли специально, чтобы не было понятно, что дедушка говорит, сказал, что можно точно констатировать, что украинское наступление началось, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился. Вот, по-моему, это первая такая конкретная какая-то его цитата за... последние полгода, как минимум. Правда, как бы наши говорят, мы еще ничего не начинали. Вы знаете, мне кажется, что вот здесь он вступил на... он пытается, так сказать, отбить работу у Коношенкова. Есть такой вот генерал-попугай Коношенков, который постоянно выходит и говорит, за прошедшие сутки, значит, российские войска уничтожили 100-500 миллионов хаймерсов, уничтожили 500 миллионов этих самых украинских военных и так далее. Ну, то есть там, если посчитать в сумме за пару дней, то всю планету Земля они уничтожили. Вот. А количество там вооружения... все страны мира столько не производили. Так вот, Путин сейчас выступил в этой роли. У него получается хуже. Коношенков, он, во-первых, моложе, во-вторых, он как-то прямее держится и четко рапортует, у него четко отскакивает от зубов все цифры, все факты, а Путин что-то мямлит, поэтому я думаю, что ему все-таки не стоит. Ему микрофон не зря не дали, не надо ему такие вещи говорить, а потом он стоя плохо говорит, я заметил, значит, он стоя говорит плохо, ему лучше сидеть, а вообще-то лучше бы, конечно, лежать. Уже бы было бы прекрасно. Хотелось бы ваш прогноз услышать. Что будет дальше? Он не контролирует ситуацию. Это или предвестник смуты, или уже начало смуты. Пригожин делает все, что хочет. Кадыров бил себя кулаками в грудь, кричал, я сейчас приду в Бахмут, но, по-моему, не дошел в Бахмут и, в принципе, мне кажется, никуда не дойдет. Белгород там думает над созданием Белгородской Народной Республики, ну или же о присоединении к Харькову, а не наоборот. Что дальше? Ну, мы все-таки, если, так сказать, все-таки от режима стендапа немножко отойти, то и всерьез говорить, то мы живем в вероятностном мире. И да, действительно, существует вероятность. Смута, на самом деле, элементы смуты в том, что вы только что сказали. Вот вы сейчас описали смуту. Потому что когда, так сказать, верховный правитель не контролирует ситуацию, он действительно ее не контролирует. Ну, трудно себе представить, что он контролирует ситуацию так, что, значит, бандформирование захватывает комбрига и так далее, да, и вот и ничего не происходит после этого. Трудно представить себе ситуацию, когда уголовник Пригожин разъезжает по городам России и везде говорит о том, что вообще все, что происходит сегодня в России, это полная ерунда, значит, надо вот создать там то-то, 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 построить там сталинский рейх и так далее. Значит, ну, это трудно себе представить, что так он контролирует. Ну, и все остальное. Признаки смуты есть налицо. Они очевидны, они видны. Они уже это идет. Значит, насколько, ну, как таковой смуты большой, как, ну, как было в начале 17 века, как было после 1917 года, этого, конечно, пока нет. Свалится ли Россия в настоящую смуту? Это вопрос. Вероятность этого очень-очень велика. И это будет означать вот тот самый неожиданный конец войны, который принесет в войне, вот между Украиной и Россией, он принесет ту самую определенность, которую так хочет Путин. Вот это, но это будет определенность как раз в виде такого большого тире между датами его рождения и смерти.
Что, но это, ну, что называется, это вероятность. Есть вероятность сохранения путинского режима. Тогда война будет продолжаться довольно долго. Потому что ресурсы у Путина на это есть. Это вот не надо тоже впадать в шапкозакидательство. Значит, у Путина есть примерно около 40 миллионов мобилизационного резерва. И по 150 тысяч укладывать в украинский чернозем он может. Примерно так вот, в таком режиме. Есть военные заводы, которые что-то постоянно клепают, какое-то ржавое оружие. Поэтому такая возможность тоже есть. Значит, но есть другая сторона. Вот сейчас, значит, будет саммит НАТО в Вильнюсе. Я надеюсь, что все-таки, у меня есть уверенность, что, да, возможно, в этот момент, так сказать, Украину еще не примут, но будут даны очень серьезные гарантии безопасности Украины, которые будут означать, что в конечном итоге, ну, просто все, что необходимо, Украина будет получать от западных стран. Кстати говоря, уже США и Великобритания заключили Атлантический договор, который тоже гарантирует полную поддержку Украины. Поэтому я думаю, что, в общем-то, раздавить вот этот вот фашистский рейх Украина будет в состоянии и сама. Так что вот такая вот ситуация. Есть развилка, но тем не менее, в любом случае, что называется, враг будет разбит, победа будет за нами. Да, ситуация, как обычно, 50 на 50. Встретите вы динозавра в городе или нет? Блумберг говорит о том, что российская элита не верит Путину и не верит в то, что он может победить Украину. Издание говорит, что многие представители российской элиты уже устали от войны и хотят просто ее завершения. Мы видели, что происходило, как Путин реагировал на взорванную Каховскую ГЭС и то, что Крым, священная для Путина вообще история и идея, остался без воды, и как бы он никак на это не отреагировал. Хотя, ну как отреагируешь, если ты сам это сделал, или же твои прибичники, то, собственно, да, тогда очень хочется верить, что эта черточка между двумя датами появится вот-вот уже очень-очень скоро.